И снова здравствуйте, мои дорогие зрители и гости моего канала. С вами Татьяна Егорова-Речкалова, предприниматель из города Ростова-на-Дону. И сегодня с вами смотрим шикарнейшую посылку. Работа, конечно, просто. Вот вы знаете, до сих пор на эмоциях, до сих пор не могу вот прийти в себя. Филигрань, Дагестан. Итак, поехали. Смотрите, какая работа. Вот такие стильные серьги. Значит, это бескаменка или бескаменка, кто как говорит. Все серьги опробированы, вот пробы на швензах, и вот такие стильные, шикарнейшие вещи. Я вам хочу сказать, что камера, конечно, вот и на сотую долю не передает вот всей той красоты, которую вот вижу я вживую. Вес этих сережек около 8 грамм. Стоимость 2700 рублей. Еще фантастика. Хочу показать обратную сторону. Вот так. Это с обратной стороны. Просто сказочные вещи. Стоимость этих сережечек 2700 рублей. Посмотрите, и здесь зернь, и вот здесь, и вот. Вот так. Вот смотрите, они все живые, они все подвижные. И вот такая красота. Вот такие ромбики. Обратная сторона. Посмотрите, это... Вот давайте я вам в ручках покажу поближе. И вот еще близко-близко покажу работу. Вот смотрите. Заполнение вот этих всех ячеечек вручную. Смотрите, проволочками. Вот они. Вот такая. Вот такие шикарные сережечки. Вот они. Вот, вот, вот. Стоимость этой красоты 1700 рублей. 1700 рублей стоят эти шикарные серьги. Еще серьги. Вот такие листики. Вес не говорю, потому что вот 7 грамм, 8 грамм, 8,5 – это вес обоих серег. То есть, понимаете, я вам-то говорила всегда вес одной серьги, а тут, ну что я скажу, 2 грамма, 2,5, 3 грамма. Вот, вот они все, все вот так и есть. Вот такой листик. 2000 рублей. 2000 рублей пробы вот на швензочке стоят эти серьги. Еще серьги, еще фантастика, вот так, с обратной стороны. Стоимость этих сережечек 1800 рублей. Еще серьги и еще фантастика. Обратную сторону, обратно, смотрите, вот так. Швензы. Стоимость 2300
300 рублей. Вот. Еще серьги. Очень стильные. Я же говорю, очень. Вот. Слов нет. Пробы. Стоимость этих серег 2800 рублей. Общая их, общий вес 10,8 грамма. Это так вот выборочно. То есть вес одной серьги чуть больше 5 грамм. 2800. Очень легкие. Очень, очень, очень. Вот как раз, вы знаете, все эпитеты со словом «очень» сегодня у нас. Вот так. Обратная сторона. 2200 рублей. Еще. Обратную сторону покажу, смотрите. Вот. Вот она. Пробы. 2600 рублей стоят эти серьги. Еще серьги. Воздушные. Прямо вот. Смотрите. Вот так. Заполнение, конечно, просто. Вот так. Стоимость этих сережечек 2000 рублей. Вот такая, смотрите, как интересно. Вы знаете, конструкция, вот я вообще не видела ни разу такой. Вот так. И вот так. То есть серьги, когда мы смотрим в лицо, вот так, сбоку, вот таким вот образом. Вот они. Вот. Но это, как мне кажется, больше молодежный такой вариант. Хотя я могу, конечно, и ошибаться. 2700 рублей. Еще. Вот так. Пробы. Вот. 2700 рублей. Еще. Вот так. 2700. И второй ряд. Последние серьги. Это чтобы мы с вами ориентировались. Значит, смотрите. Бирюза натуральная. Только у вас она ярко, вернее, у меня на камеру она показывается ярко голубой. На самом деле она именно бирюзового цвета. Покажу с обратной стороны. Вот так. Стоимость сережечек 2400 рублей. Так, есть у нас совсем маленькие, посмотрите, закрывают прокол полностью. Вот. Посмотрите, какая конструкция. На любую мочку, на любой прокол. И закрывает всю полностью дырочку. То есть под ушком будет вот такая. Вот так. 1300 рублей стоят эти сережечки. Пробы. Вот так. Так, вот эти вещи остались у меня от мастера Зумруд Гаджиамаровны. Серьги 3,6 грамма весит одна, стоит 2500 рублей. Колечко 17,5 размер. Значит, в серьгах у нас лабрадорчики стоят. Вот их видно. Вот. Вот они, смотрите, яркие какие. И вот здесь, вот они. Вот, звездочки. Лабрадорчики.
Тоже шикарнейшее исполнение. Эти серьги без пробы. И вот такое колечко тоже от Зумруд Гаджиамаровны. Значит, это адулярчики. 17,5 размер. Тоже яркие камешки. Вот так полностью ручная работа. Стоимость колечка 2800 рублей. Как видите, цены у нас сегодня, вот сказать демократично, это значит, ну, по-моему, вообще ничего не сказать. Вот такие шикарные серьги. Ручная работа. Вот так. Это серьги и подвес. Можно купить вместе, можно отдельно. Серьги стоят 3000, подвес 1500. Кораллы. Очень яркие камни. Вот полностью комплект 4500. Можно поодиночке. Так, ну это меня просто привело в трепет. Вот эта пара, я ее сниму. Я покажу вам, поделюсь с вами своей радостью, своим восторгом по поводу вот этого всего. Смотрите. Вот в таком обрамлении, вот в таком, вот такие жемчужинки. Вот так это все на ушке. Вот так, значит, смотрите, штифт не занижен, то есть вот так будет здорово. Вообще, сережечки, конечно, модель просто великолепная. Вот это на мой взгляд. Сейчас я вот так, о. Вот она, просто великолепнейшая. Значит, стоят они 2800 рублей стоят эти серьги. 2800, по шпаргалке не туда глянула. 2800. И завершает наш сегодняшний показ. Тоже сниму. Вот, вы знаете, уважение, вот... перед мастерством глубочайшее, посмотрите, и с обратной стороны вот так, и пробы на швензе, и вот такая конструкция, вот так и вот так, и штифт занижен. И обратная сторона швензы завышена, чтобы не выворачивала. И вот так здорово. Стоимость этих сережечек 1400 рублей. Ну и вместе с серьгами пришли браслеты. Бирюза Иран. Вот она, смотрите. Вот с такими коричневыми немножечко прожилочками. Обратная сторона. Вот такая просто работа фантастическая. Значит, браслет, как мне кажется, вот на вот эту часть, на запястье. И смотрите, что получается по размерам. Значит, минимум это 18 размер. Вот смотрите, у меня здесь 16, и вот видите, он мне великоват. То есть браслет от 18 до 19,5. Ну, так как будет носиться на запястье, то, наверное, вот так. От 18 до 19,5. Стоимость этого роскошнейшего браслета 6650 рублей. Почему такие цифры? По весу. Вот от веса. Еще браслет. Еще фантастика. Вот так. Значит, у этого браслета минималка 19 сантиметров, то есть он побольше того. Вот, ну и немножечко звеньев. 19, 19,5.
Вы знаете, когда держишь в руках вот такие шедевры, вот, вот правда, вот все замирает. И энергетика вот сказочная от вещей. Это надо, это действительно нужно просто прочувствовать. Так, стоимость этого браслета 5050 рублей. 5050 рублей. Еще браслет, еще фантастика. Вот так. Значит, тоже минималка. Это 18 размер и 18-19. Вот так. С обратной стороны. Вот такие шикарнейшие вещи. 3200 рублей стоит этот браслет. Ну и в заключение наш шедевр. Вот кто меня спрашивал, кто задавал вопрос, будут сердолики? Вот вам, пожалуйста, 6 штук сердоликов сразу. Посмотрите, какое великолепие. Размер от 18 до 19,5. Вот одно удовольствие. Работа сказочная. Вот так. Вот такая конструкция. И вот. Стоимость этого браслета 7750 рублей. Его вес, ну просто для справки, составляет 31 почти грамм. 30,87 у меня показывает. Вот так. И стоимость 7750 рублей. Вы знаете, вот на этом чуде я и хочу закончить сегодня свой показ. Вы знаете, вот честно я вам скажу, я его и так вертела. Пока ехали с почты домой, я его, конечно, и на левую руку, и на правую руку. Вот, вот мартышка и Татьяна и браслет. Вот я и так. Ну, конечно, не просто красавец, а вот одни эмоции. Вот так. Ну что, всего вам самого доброго. Здоровья вам и удовольствия от того, что вы носите. С вами была Татьяна.